Друзья, всем привет! Вот и подходит к концу этот год. Уже через несколько часов мы с вами войдем в Новый год. Давайте начнем по порядку. Первое, что хочу сказать, этот год был весьма насыщен. То есть я вернулся в единоборство, дебютировал в клетке. Пусть это по любителям, пусть это коряво, но тем не менее это произошло. И в следующем году у нас огромные, грандиозные планы, то есть это новые бои, это усиленные тренировки. Теперь я хожу тренироваться к профессионалам, подтягиваем борьбу очень серьезно, ударку. Поэтому будем надеяться, что в новом году будем показывать красивые, зрелищные бои. Вот. Также в этом году, который у нас заканчивается, видите, мы с вами создали канал, который, в принципе, очень даже неплохо, я считаю, развивается. За это вам огромная благодарность. Потому что, ну, без вас бы не было, да, этих бы. Вот сейчас там оператор показывает, типа, без меня. Ну, и без тебя, конечно, тоже, братишка. Вот. В любом случае, вам огромная благодарность за то, что вы все это время с нами, за то, что поддерживаете, создаете актив. Мы будем в новом году пытаться делать для вас интересный новый контент. То есть сейчас, после Нового года, выйдет у нас новый выпуск с Сидориным и Даниловым. Выпуск был снят до боя. Выложим мы его только сейчас. Думаю, вам понравится. Выпуск будет длинный. Мы очень долго думали с Серегой, делить его пополам или не делить. Все-таки решили не делить. Зальем длинный выпуск большой. И как раз посмотрим, как вы на него реагируете. Будет ли вам интересно или все-таки лучше там длинные выпуски от 40-50 минут делить пополам. Вот. Также, естественно, будут выпуски, связанные с железом. Я, как и обещал, обязательно мы сделаем выпуск, где я расскажу про питание, про тренировки, про фармакологию. Это, наверное, один из самых часто задаваемых вопросов. Расскажу про режим, как совмещать железо и единоборство. Вот. Также обязательно будем снимать закулисье. То есть и я надеюсь, что я в первом карде буду выступать. Думаю, за кулисы этого карда будем снимать и самого нового шоу. В общем, будем пытаться делать для вас какой-то контент, чтобы вам было интересно. Обязательно будем приглашать интересных бойцов, новых, возможно, не только там из битвы за хайп, а просто будем снимать крутых профессионалов, какие-то обучалки и так далее, и так далее, и так далее. Ну и просто будем стараться делать какой-то интересный лайф, чтобы разбавлять все это дело. То есть разнопланово будем пытаться работать, чтобы на разношерстную публику создавать контент. Вот, поэтому еще раз мы всей командой нашей благодарим вас за все, и за негативные комментарии, за положительные, за все, за любой актив. Спасибо вам огромное всем и недоброжелателям, и нашим поклонникам, нашим подписчикам, нашей аудитории. Мы желаем здоровья, самое важное, успехов, чтобы все у вас получалось, чтобы все, что вы запланировали, у вас свершилось в новом году, чтобы вы покоряли новые вершины везде. Вашей семье, желаем, конечно же, здоровья вашей семье, чтобы все было хорошо. Все, оставайтесь с нами, ждите, нажимайте на эти сраные колокольчики, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш Инстаграм, всех нас. В общем, мы вас любим, целуем, обнимаем, приподнимаем туда-сюда. Борьба вольная, девочка довольная.